Они выдержали не одно испытание, чтобы оказаться в финале. 6 школьных команд поборолись за титул победителя поэтического конкурса. Прежде чем дойти до финальной части, дети проводят внутренние еще конкурсы. Внутри районов, внутри школ. И там выплескиваются такие таланты. Они сами сочиняют стихи, они сами декларируют. И помимо прочего, знаете, вот соревновательный дух, он подталкивает творчество. Поэтический чемпионат проводится с 2008 года при поддержке Думы городского округа Самара. Тематика конкурса всегда разная. В этот раз он посвящен году педагога и наставника в России. Соревнуясь в умении рифмовать, участники рассказали о важности присутствия наставника в жизни каждого человека. В основном у нас идет 3 ранга. Первый – это домашняя заготовка, потом идет импровизация. А здесь как раз творчество проявляется уже на полную. И, конечно, для нас самый главный конкурс, когда дети, ребята читают свои стихи. Победителем поэтического чемпионата стала команда из Смышляевки «Литературная гостиная». По мнению жюри, работа их творческого объединения оказалась самой глубокой и запоминающейся. Александра Гусева, Константин Головин. События.